Хей, hey, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру с названием Borderlands 2. Окей, так, мы с вами прибыли... Так, в прошлой серии у нас с вами убежище улетело вверх, из чего мне сгорела жопа, потому что мы не можем не потратить... Посрать. То, что мы не можем с вами не потратить ни наши эридии, ничего. У нас 63 тысячи, я бы сейчас и в казино бы сыграл, не против... И у нас там задание, да, это самое главное, задание. Так, ну в принципе у нас патроны есть, все есть. Побежали. Найти друзей нам нужно. О. Туннельный крыс. Я думал, только к отсылкам не за черепашек вы будете. Нет, нахер надо. Пускай турель лучше будет. Только бомба? Нет, не только. Типа, почему на меня агрятся только те? Правильно, потому что на этим мне на меня даже посрать. Забрал турельку. Все, они меня типа потеряли. Ясно. Не понимаю, ну должно. По идее, нам должно ваншотить. Воу-воу-воу! Сбрасываю автоматическую турель. Ты ебабо? Так, отдыхай. Вот почему сейчас он типа ваншотит, а тогда не ваншотил их. Ну что с вами не так? Боже. Ну нахер. Ну нахер. Турель не хочет работать. А, серьезно? Я думал, ты оружейный. Что я там выиграл? Много. Я выиграл много. Проверяйте. Ом. Патроны. Снайперка.
Так, где я еще не был? 5 лет назад я обманом заставил Роланда и его друзей открыть хранилище. Я сказал им, что так они защитят Пандору. Это была ложь. Джек знал, что заработает целое состояние, продав Эриди, которая лежит в хранилище. Но ему не хватило смелости открыть его самостоятельно. Поэтому всю грязную работу за него сделали смерть. Как же я устал от этой лжи. Да ёлки-палки. Тихо, назад. Пипец. Закрытые какие-то зоны все равно. О, не, смотри, сейчас откроем зону. Я не понимаю вообще, куда идти мне. Тут карта как-то странно работает. Ты ж ёлки-палки. Так, жетоны. Урон, урон, шанс. Урон, урон. Урон, урон. Урон, урон. Урон, урон, урон. Ага, то есть мне вниз хоть так, да, спускаться? Либо падать, либо спускаться. Либо я могу открыть проход с этой стороны где-то. Ну, скорее всего, дверь сюда. Смотри, тут есть какие-то кристальчики. Монстр, который состоит из кристальчиков. Ага, вот так, да, значит. Манать, он такой жесткий. И заметьте, что он уходит. Это было круто. Ладно, забираем и уходим. Не-не-не, жесткие, я их не смогу сейчас убить. Я их не убью. Они очень сильные. Я там подумал, ладно, так, блин, они 19 уровня, не выше, чем мой уровень. У них уровень выше, чем мой, по сути. А этого не должно быть. Это значит плохо. Достойная смерть, чел.
Познакомьтесь с моей подругой. Убей его, убей его. Нет, на ту махину не смотри, Даша. Нам та махина не нужна. Ворота ж придется открывать, да, или они сами откроются. Не, я их открою, ладно. Вот здесь закрытых областей, жопа. Ну, понятное дело, что я сюда еще буду возвращаться. Для исследования до конца холодильника. Туда мне нужно. 100 пудов там будет босс. Я даже в этом не сомневаюсь. Что он там будет. Мне главное, чтобы у меня турелька сейчас наполнилась. Все. Ладно, спокойно. То, что боссов я не заберу. Поехали. Ты последняя надежда Пандоры. Знаю, у тебя нет причин доверять мне, но Джек собирается подчинить себе воина. И если ты хочешь этому помешать, тебе понадобится моя помощь. Я знаю, где ключ. Он у меня. Капитализм взывает к тебе. Он у тебя, ну... Может, ты меня снова обманываешь, чтобы, типа... Я к тебе пришел, да? Или нет? Может, это Джек тебя снова так же запрограммировал? Нагорье наносы. А, там наносы написано, тю. Насосы. Там так и написано, наносы. Спасибо. Ошибка. Точка убежища не найдена. О, нет. Хорош. Похоже, после сдвига убежище отключилось от сети станции мгновенного перемещения. Сегодня ладно. Иди к заводу по очистке Ириди. Кажется, я знаю, как вернуть тебя к друзьям. И это где у нас? Я ведь тебе не лгала. Ты действительно единственный человек, который может одолеть Джека. Роланда, Лилит и Мордекая он победил давным-давно. Они помогут тебе добраться до него, но в конце концов сражаться с ним придется тебе. Ну, в этом я не удивляюсь. Я слышу херовину, в которой я не хочу драться, вон она. Зашкварный. Знаете, почему не хочу драться? Потому что они мне... съебут. У них уровень выше, чем у меня. Не, типа я могу просто пробежать на самом-то деле. И забежать в другую локацию. Так вот. Ух ты ж, бля. До свидания. До свидания, до свидания, до свидания. Я даже машину взять не могу. Ворота, ворота, ворота. Транспортной сети. Обещаю. Да, я знаю, что сейчас мое слово ничего не значит. Так, я вижу переход в другую локацию. Мне нужно понять, какая это локация. Какая локация? На горе.
Что-то телепортируется, что-то взрывается. Грузчики, да? Могу я просто тут пробежать? Водички, походу, нет. Давайте, что нам делать? Нам ничего больше не остается. Подождите, мне помогают? Круто. Им нужно выстрела, чтобы уничтожить. 4 контрольных выстрела нужно сделать. Это много. Это очень много. Роботам Гипериона строжайше запрещается: а. приближаться к местным молодчикам, б. обретать самосознание. О! Ё-моё! Мы тут вдвоем с ним понимаем, кто здесь главный. И это он. Потому что мне мало хп. Все, налетел, да? О, тихо, едет, едет. В следующий раз, когда откроется, я побегу туда. Знаешь, сначала мне нужно понять, как туда забраться. Если я смогу сейчас забраться сюда наверх, то будет довольно просто. Хотя, кто его знает. Тебе там нормально? Она едет? Я просто не знаю, как мне туда попасть. Как мне наверх туда, блядь, попасть? Ну, они стоят там. Ладно. Переключайтесь в режим самоубийства, пока не отойдете на достаточное расстояние от... О, двигается, 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 стоять. Или нет? Да, двигается. Опускаешься ты или нет? Или ты просто сбрасываешь? Ой, мне это кажется убьет. Нахер надо? Короче, побежали.
остаемся в гости. Молодильники, ваши враги. Вы расходный материал. Держу в курсе. Классно все получилось. Я... Вовремя, я просто успел бросить этот же. Я начинаю. Ой, с трупа. Плевать. Плевать. Мое дело бежать. Я не хочу ни с кем драться. Да сейчас серьезно? Что? Молотильник сожрал мать. Молотильники. Тебе придется его вернуть. Я... Да вот и мои осторожки. Я обманыш. Классно. Короче, нужно два дробовика. Я ебал тебя. Ну нахер. Я сейчас сдохну. Понимаешь, ты мне мешаешь стрелять у юбок? Второй раз сдох. Изи. У меня жопа горит. У меня просто жопа сгорела, то, что я здесь сдох. У меня сейчас жопа сгорит, то, что у меня патроны закончатся. Ну как ты, блядь, пробиваешься, заебал? Ну это ж не смешно. Это нихера не смешно. Помогайте мне убивать его. Эта тварь через стену пуляет. Вот откуда, блядь, как ты попадаешь, ёбак? Как? И что это, блядь, такое? Вот съебитесь вы от меня. Друг друга стреляйте. Ты думаешь, что это легко так выживать? Да нихера. Сейчас ты получишь. Пизда тебе. Готов к новым подвигам. Пизда тебе. Я
пусть идти. Давай, 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 давай. Почему он мне ваншотнул? Как? Блядь, там один удар по нему был. Один ебучий удар. И нахуй. Один, блядь. Ты ебанутый? Уй, соси, расходы материал. О, ладно, вот так пускай будет. Пока она меня не видит, это нормально, все. Ну, а, блядь. А, блядь. Давай, давай, агрися, агрися. Твари. Почему сейчас его легко просто убил? Вот так, пиум, и все. Хорошо, что у меня все-таки были две эти пушки. Я не знаю, что бы я делал без них. Ой, бля, я не хочу его терять. Ну, типа, хороший напарник. Нет, я его не предам. Пока что. После геологоразведки Гипериона местные жители так страдают от черепной чумы, что нас и не заметят. Сейчас я хочу вот эту черную область открыть. Ага, хер там. Блять. Давай. Пора тренироваться. Там еще один. Я щит смогу прокачать. Не знаю, насколько меня щит, конечно, будет спасать от таких упырей. Ну, плана действий у нас нет, но, по крайней мере, землетрясение мы остановили. Во всем нужно искать позитив. Кто бы мог подумать, что ангел с самого начала плясала под дудку Джека? Мы едва не погибли, открывая хранилище только для того, чтобы привести его к власти. Ну, а сейчас нас едва не убили просто потому, что мы пытаемся лишить его власти. В этом мире ничего не меняется. Все, могу перемещаться, да? На горе. Мне кажется, одно и то же будет. Сейчас мы быстро там пробежимся. О, машина! Все, ребята. О, как это выматывает. Машина. Вот эту вашу черту я совсем не понимаю. Но вы же злодей, вы прекрасно понимаете, что герой победит. Но при этом отказываетесь умереть быстро. Взять хотя бы этого парня в Новой Гавани. Город полыхает, люди гибнут, там все такое. Буш-буш, взрыв, огонь. И этот парень, главное, бежит на меня с ложкой. С вонючей ложкой. Я просто ржу над ним. В общем, беру я эту ложку, вынимаю с ее помощью глаза этому парню, а его дети такие... А, в общем, это надо было видеть, ребят. В общем, мораль такова. Вы вонючие говнюки. Хорошая мораль. Ладно, открываем карту. Ну, я должен немного хотя бы карту открыть.
Чувствую, зря, да, сюда на машине приехал. Фух, нет, смог выехать. Сейчас исследуем до конца вот этот район. Грот. Грот животных. Да. По власти мне. Тварь. Что ты там пуляешь? О, рыбка мертвая. Ладно, поехали. А то сейчас останусь здесь, забуду о времени. GG будет. GG будет. Так, я могу либо с той стороны поехать, либо с этой. Вот с этой. Ой, пронесло. Капец, здесь район большой. Особенно район с покатушками. А что? Так вы не крутые, да? Или крутые. Не, нахер надо. До свидания. Так, ладно, там карта у меня все еще закрыта. Там закрыто тоже. Выравнивайся. Ты что, гонишь? Упасть туда. Упасть туда, распрощаться с машинкой. Хотя, с другой стороны, халявные вещи всегда нужны. Так, тут мне что-то, да, нужно наверх? Получит наш запрос, у нас будет станция телепорта. Короче, давайте, я думаю, в духе зайду. Святые духи. Сохранимся, чтобы... Я хер знает, откуда не начинал. Да,
Полковник, космовертолет прибыл на службу! В какой стороне искать приключений? Здесь хотя бы магазин есть. Можно порадовать всем. Тебя о том, что я не настоящий доктор. Пока. Так, а я не помню, чтобы в оригинальной, когда я играл раньше, здесь это было. Спасибо. Ну да, в принципе. А если по ком-то начну стрелять? Не, я, знаете, думал, как в барах, знаете, типа начинаешь драку и все, все начинают уэ-уэ. Я этого не помню в оригинале, серьезно. Такого места раньше не было. Может, я чего-то не помню. Ладно, не суть. Мы с вами здесь остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.